Приветствую вас, дорогие зрители. После просмотра видео обязательно оцените качество новостей лайком. А мы начинаем. Ольга Бузова продолжает работать над съемками нашумевшего телешоу «Звезды в Африке». Участники проекта испытывают себя на прочность, то голодая, то поедая насекомых и выполняя очень странные задания. Ольга, как ведущая проекта, жуков не ест и имеет возможность получить удовольствие от местных красот и жаркого солнца. Поющая телеведущая и раньше любила фотографироваться в едва одетом виде, а сейчас в жаркой Африке практически ежедневно выкладывает в микроблог свои жаркие фотографии. Бузова с удовольствием демонстрирует золотистый загар и стройную фигурку. Однако подписчики считают, что все же в Инстаграме звезды обнаженки чересчур много. Это, наверное, стал порно-сайт. Раньше вы были интереснее, сейчас очень много вульгарного, зачем себя постоянно голой показывать. Слишком часто. Особенно зад, неужели больше ничем заинтересовать? Уже голая. Оля, сними уже все. Не парься. Ведущая Ольга Бузова опубликовала кадры с ураганом, который обрушился на остров Лимпопо, там проходят съемки нового сезона шоу ТНТ «Звезды в Африке». На видео, опубликованном в Instagram, видно, как деревья, постройки и оборудование разлетается от силы стихии. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.